Привет, друзья! Вы на канале Босс и Виктория. Сегодня будем открывать сундуки в игре Brawl Stars. Вы, конечно, все в нее знаете и прекрасно играете. Так что я играю в эту игру совсем недавно. Выбрал розу. И давайте поиграем. Сейчас проведу бой, а далее мы будем открывать сундуки. Так, друзья, напишите в комментариях, у кого какие есть эпические игроки. У кого есть редкие, супер редкие игроки, напишите, пожалуйста, комментарий. Дайте мне советы, если у вас есть советы, как можно играть. Так, ну что, пойдемте поиграем с нашими соперниками. Давайте мы их маленько порепостим. Как из Among Us. Так, так, давайте пойдем. Что у нас? Ограбление. У нас миссия ограбления. Так что давайте. Сейчас мы нахуй. Как-то откуда? Давай-ка сюда. Есть. Так, давайте пока. Так, 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 нахобучим. И этому нахобучим. Мексиканцу прилетел тут нелегально. Откуда-то взялся. Я еще не добил тебя. Ах ты, блин. Убили, ничего страшного. Сейчас восстановимся. Продолжаем. Ах, только подошел сюда. Так, что же, терминатор такой с пулеметом. Еще один боец. Так, все, давай. Мексиканец, иди сюда. Две твое мохито. Тебя же недавно только что убили, ты опять уже появился, быстро так появился. Так, что-то мне опять нахобучит. Так, 55 нам, ух ты. Надо идти нам, короче, сейф разбомбить у товарищей. Как ты быстро бегаешь-то, убегаешь, точнее, не бегаешь, а убегаешь. Так, сундуки. Также напоминаю, что мы откроем сегодня сундуки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Эй, ты куда пошел там? Ты что? Где ты бегаешь? Вот ты, Берзио. Не обнаглел ли ты здесь, а? Все. Идем дальше, разберемся. Так, у кого, кстати, расскажите, у кого, в каких сундуках попадались игроки? Какие игроки? Мне очень интересно знать. Потому что, как многие говорят, нужно покупать. Я не думаю, что стоит покупать здесь в этой игре. Можно самим заработать. Brawl Pass. Сейчас у нас миссии идут, получается. Так что выполняем задание. Квесты. Ух ты, ух ты. Отходим, отходим. Вот там сейчас нахлобычат. Так, защиту включили. Сейчас добьем. Так. У них осталось 12% сейфа разбить. Так, так, так. Давай сюда. Все. Опять убили. Ничего, там мексиканец. Узкоглазый или какой-то там. Погнали. О, иди сюда. Так, так, так. Все, готов. Готовченько. Сейчас. Прыгун, ты задолбал уже. Так, все, очистили. Ну, и здесь мы выиграли этот бой, получается. Тогда мы выиграли. Ура, ура, ура. Порадовались. Костя, ты тяжеловес. А, кстати, у меня тут тоже игрок есть, кстати. Не знаю, как его называют. Так, так, кубочки у меня сколько... Да, попробуем побить. Давайте рекорд еще. 50 тысяч кубков, интересно, заберем. Наберем, точнее, за месяц. Так, задание тут можно пополнить. Ну, давайте теперь ящики подкрываем. Откроем ящик небольшой. Так, очки силы. Еще очки силы, барли. Так, немного золота. Изумруд или кристалл, что такое? О, 40. Так. Ну что, давайте мне какого-нибудь игрока редкого. Давайте редкого игрока мне. Ну что-нибудь. Очки силы, очки силы. Так, ничего такого интересного нет. Еще один ящик откроем. Сундучок с инструментами. Так, напоминаю, подпишитесь. Так, очки силы, подписывайтесь на наш канал. Наш канал называется Босс Виктория. У нас много видеообзоров. И давайте проверим, кого больше. Кто играет в Among Us или кто играет в Brawl Stars. Кого больше вообще, у кого какие предпочтения. Пишите, давайте устроим квест, соревнования, можно сказать. И получите за это призы. Смотрите видео до конца. И в следующем выпуске разыграем денежный приз. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите, пишите комментарии. Так, еще ящик. Ну, пока ничего не выпало мне интересного. Может, здесь какой-нибудь игрок. Кстати, в обычных чемоданчиках, может быть, хорошие игроки выпадать. Очки силы.
И счетчики силы. Да, ничего такого нет. Ну вот. Давайте выберем он. Джеки. Джеки получит очки силы. Молодец. Да, мне мало. 10 игроков всего у меня. Так, а что можно за монетки купить? Надо посмотреть, кстати, тоже посмотреть внимательно, что можно за монетки. Да, кстати, если у кого-то не открыты игроки, напишите в комментариях, кто хочет какого игрока, чтобы у него выпало или там заработать его. Сейчас я открою, посмотрим, какие есть. Я сейчас своего персонажа покажу, кого я хочу выиграть. Ну, это вот мои игроки тут. 10 бойцов 46. Так, ну я их пока не улучшаю. Все постепенно буду улучшать, чтобы не было ни стыковок. Так, давайте вот смотрите, тут какие-то Динай, Майк, Бо, Тик, Рико, Пайпер, Ленни. Вот мой Фрэнк. Все, друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки обязательно. И я покажу вам в следующем видео еще небольшие секреты. Спасибо.